Македония. Если вы захотите путешествовать по югу Европы, на Балканах, если решите открыть для себя страну, в которой природа, культура и человек существуют как неразрывное целое, приглашаем вас совершить краткое путешествие по Республике Македонии. По стране контрастов. Стране, где переплетаются прошлое и настоящее, стране высоких гор и плодородных долин, стране жемчужных озер. В течение многих веков на земле нынешней Республики Македонии сменялись, проходили и уходили разные народы со своей культурой. Но от каждого народа
и его культуры оставался след, видимый и сейчас. И каждый народ и культура впитывали в себя здешнюю македонскую культуру и традицию. На маленьком пространстве, где родилась славянская письменность, вы сможете приблизиться к античности, к восточной, а также и к европейской культуре и искусству. В Республике Македонии, занимающей площадь 25 713 квадратных километров в центральной части Балкан, имеется около 1700 населенных пунктов, из них 29 города. В республике проживает около 2 миллионов человек. Начнем наше путешествие с города Скопье, столицы этого небольшого балканского государства с парламентской демократией. Город Скопье возвращает вас в прошлое и зовет в будущее. Современный мир познакомился с этим городом ближе после катастрофического землетрясения 1963 года, хотя сам город Скопье до этого в разные периоды истории неоднократно разрушался многими завоевателями. Ныне Скопье – современный город, административный, экономический и культурный центр. Здесь вы встретитесь не только с деревянной резьбой иконостаса церкви Святого Спаса, но и с картинами Пикассо. Thank you.
Путешествуя по западной части страны, вы увидите жемчужину природы, ущелье реки Радики и достойный этой изумительной природы памятник, созданный человеком, монастырь святого Иоанна Бигорского. Основанный в XI веке, монастырь пленяет своей архитектурой и резным деревянным иконостасом, созданным в прошлом веке мастерами из македонского города Дебра. Прозрачные воды глубокого Охридского озера скрывают богатство неповторимого подводного растительного и животного мира. Специфические особенности озера объясняются его высотой над уровнем моря 700 метров и его площадью 348 квадратных километров. Красные песочные пляжи, голубое солнечное небо и древний город Охрид привлекают гостей со всего света.
Когда-то, во времена царя Самуила, в X веке, в Охриде было 365 церквей. И поныне сохранились бесценные памятники – церкви Святой Софии, Святого Иоанна в Канио, Святого Пантелеймона, Святого Климента, Святого Наума. Они свидетельствуют о далеком историческом прошлом, когда в Охриде зародилась славянская культура и был создан первый славянский университет. Период года, а особенно летом, кроме Охридского озера, интересны также Преспанское и Дойранское озера. Преспанское озеро, отделяемое от Охридского горой Галичица, является прекрасным курортом с целительным воздухом. А Дойранское озеро, самое теплое, с высоким содержанием йода в воде, является и целебным курортом, и туристическим центром. Привлекательны для ознакомления, отдыха и спорта многочисленные горные массивы Македонии. Трассы Поповой Шапки, Бистры, Крушево, Пилистера, Пониквы или Голок. Эти курорты создают идеальные условия для массового спортивного отдыха или для тренировок и соревнований мастеров спорта. Удобны для занятий туризмом, а самая южная гора альпийского типа Пелистер интересна и для альпинизма. Только здесь растет белая сосна. В
Македонии построено 8 бальнеологических курортов, на которых с помощью термальных вод и высококвалифицированных врачей вылечиваются многие болезни. На Деборский, Струмицкий, Гевгелийский и Катлановский бальнеологические курорты, кроме граждан Македонии, приезжают и иностранцы. Климат Македонии зависит от ее географического положения и рельефа. Здесь ощущается влияние Средиземноморья с юга и континентального климата с севера. В Македонии 2400 солнечных часов в год. Климатические условия и плодородные земли позволяют производить высококачественные, экологически чистые продукты, которые потребляются в стране и экспортируются в свежем или переработанном виде. Сияние витрин магазинов, всемирно известных фирм, вероятно, привлекли бы меньше вашего внимания, чем лавочки и ремесленники старинных торговых улочек. Традиции в способах обработки, оригинальность изделий и ремесел существуют здесь многие века. Картина Македонии была бы неполной без хотя бы краткой встречи с народными обычаями и фольклором. Мужской танец тешкото, песня и народная одежда – свидетели многих веков. Наше путешествие по Республике Македонии, конечно, было слишком кратким, чтобы познакомить вас со всеми ее достопримечательностями. Македония – интересная страна, зовущая к открытиям.